первым для себя? Или через... Еще музычку наложи. Всем доброе-доброе утро, и мы в отеле Ruby Hotel Avsalar, Турция, недалеко от Алании. Отель сейчас закрыт, в отеле ничего не работает. Вот так выглядит пляж сейчас. Все закрыто. Туристов, я смотрю, пока не ждут. Вот так, мусор, наверное, разбросали люди вокруг. Ruby Hotel. Опять же, все за колючей проволокой. Реально. Вот так это все выглядит. Откроется ли в этом сезоне? Неизвестно. Давайте я перелезу, покажу вам, как это выглядит. Даже нет слов, что вам сказать. Отель Ruby. Грустно это выглядит без людей. Ruby Hotel. Снэк. С 12 до 5. Жизни нет, к сожалению. Еще... У меня на канале не было таких видео с закрытыми отелями. Вот, это бассейн. Как-то давно я смотрела видео, в Турции какой-то был золотой отель, и он обанкротился, и многие наши ходили смотреть. Это переодевалка вот такая, видите, вот так она выглядит сегодня, с листиками внизу. Отель Ruby. Желаю, конечно, открытия быстрейшего. Смотрите, как тут красиво.
Как классно здесь сидеть, отдыхать. Ой, где тут мой микрофон? Я его закрыла. Какой же тут крутой вид моря. Смотрите, можно сидеть, кушать и наслаждаться морем. А вот смотрите, строительство идет. Молодой человек там возобновляет потолок. Видно, скоро-скоро, это приятная новость. Видите, там строитель на втором этаже на балкончике делает ремонт. Значит, жизнь все-таки будет в этом отеле в ближайшее время. Если бы не было жизни, то никто бы ремонт не делал. Приятные новости. Детский отель. Ой, детский бассейн. Не хватает жизни, музыки, движения. Вон все лежаки стоят, которые обычно, наверное, здесь. 100% здесь. Вот туда какой крутой вид. Руби отель Авсалар, Турция, июль 2020. Отель Руби закрыт. Пока. Тут такие лавочки. Вот реально новые вот эти все конструкции железные поприкручивали. Ну, это ж с марта месяца во время коронавируса. Такое все грустное. Мерхаба! Видите, работники тут есть. Жизнь, значит, продолжается. И скоро отель будет жить. Красивые цветы поливаются. Посмотрите, какие номера красивые. С видом на море. Пальмы. Так, красиво вам цветочка, разглядываете. И давайте все пожелаем, чтобы этот коронавирус скорее закончился, чтобы у всех наладился бизнес, работа улучшилась в разы. И мы жили по-другому, осознавали, что жизнь прекрасна, и нужно жить сегодня и сейчас, потому что в любой момент может измениться все кардинально. Просто в секунду. Вы же можете на примере увидеть. Закрыли все отели, закрыли авиаперелеты. Наслаждаемся сегодня, здесь и сейчас. Всех благ, ваша Наташа, и скорейшего открытия отелей всех. И к концу этого, сейчас скажу правильно, давайте, чтобы тот, кто придумал коронавирус, все-таки уже понял, что это лишнее и не нужно в нашей жизни. Всех благ, люблю, целую. Ваша Наташа. Канал Вот так Kids. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И увидимся в новых видео. Пока-пока.